Саратовские школы демонстрируют почти полную готовность к новому учебному году. Об этом рапортуют пожарные и сотрудники Роспотребнадзора. Так ли это, решили лично убедиться общественники и защитники прав детей. Они прошлись по школам и детским садам. Результаты рейда в нашем следующем сюжете. Пожарная лестница, ведущая на крышу, не прикреплена ни к полу, ни к потолку. Опасную конструкцию в школе номер 100 обнаружили общественники. Накануне учебного года правозащитники и офицеры России решили выяснить, безопасны ли детские учебные заведения. Проверяют пожарные выходы, документацию, наличие ответственных гидранты. В 100-й школе почему-то все на недосягаемой высоте. Чтобы достать огнетушитель, нужно подпрыгнуть. Такая же история со схемой эвакуации при пожаре. План эвакуации я не нашел. Если есть на каких-то на втором этаже, но он так это нарисован, непонятно как, напечатан. Значит, формат, как вот альбом для рисования. И вывешен чуть ли не 2,5 метра высотой, там ничего не видно, куда бежать в случае чрезвычайной ситуации. Несколько вопросов у меня возникнет. Я доложу своему председателю комиссии Владимиру Васильевичу Незнамову к пожарной части, которая принимала вот этот объект. В школе номер 44 безопасность детей охраняют явно тщательнее и техничнее. Находят турникеты, через которые даже родители пропускают по паспортам и спискам. Сигнальная кнопка вызова, камера слежения – все в наличии. Имеется и современная охранно-пожарная система «Стрелец». Вот эта оранжевая коробочка, пожалуйста, посмотрите. То есть при срабатывании она параллельно дает команду в ближайшую пожарную охрану. Нарушений, на взгляд общественников, здесь немного. Из разряда «на видном месте отсутствует табличка с данными об охранном агентстве», нет приказа директора о назначении ответственных за аварийные выходы. Мы с вами увидели, что не всегда в порядке ключи, не всегда в порядке щиты. И самое главное, что даже те приказы, которые в школах имеются о назначении ответственных, он не ознакомлен с этим приказом. Ни один из этих моментов не требует никаких финансовых вложений. Это только управленческая грамотность, культура и ответственность руководителя. А вот в детском саду номер 84 на Третьей Дачной проверяющие не нашли ни одного недочета в обеспечении безопасности детей. Качели и горки крепко вкопаны в землю, территория ухожена. По словам директора, во многом это заслуга родителей. В этот день общественники проверили еще несколько школ и садиков Саратова. Замечания и пожелания по итогам рейда они собираются передать в администрацию города и областное министерство образования. Юлия Шишкина, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.